Дорогие друзья, дорогие одесситы, гости нашего города, 26 марта наша община будет праздновать событие, которое отмечено в еврейском календаре. Отмечено оно в празднике, называется Пурим. И мы прекрасно понимаем, что это время для нас общения, празднования, вспоминания, чтения отрывка Эстер. То место, когда мы всегда радуемся, веселимся. И к нам в гости приезжает команда из города Хмельницкого, Проскурова, наши дорогие, прекрасные. У нас будут гости из Южной Африки, у нас будут танцы, веселье и, конечно же, уши Амана, то есть пирожки, которые мы поедаем в конце нашего служения. Мы хотим пригласить вас на это празднование и говорим, добро пожаловать 26 марта в 11 часов, Решелевская 9А, и мы очень будем рады вашему присутствию.